Конструкцию нашу изменили, чтобы было более устойчивое. Поставили второй образец. Продолжаем испытание. Так, второй образец у нас... Что там? Миртель. Миртель от компании Терракот. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Разгружаем. Образец номер 2 выдержал 27 кирпичей. Пока его в стороночку ставим. Образец номер 3. Сейчас решим. 1. Двенадцать. Образец номер 4. Это у нас плитонит желтый. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 26, 27. Плитонит выдержал 27, дальше не нагружаем. Образец номер 5. Сибирские порошки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, 24. Оп. В прошлый раз это тоже было 24. Стабильность. Вместо порошков. Придерживаешь? Да. Вот этот хорошо упал. Может,
сибирские порошки. Образец номер 6. Мастика Терракот. Поехали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. 26, 27. Дальше не загружаем. 6 выдержал 29 кирпичей. 27. Осталось у нас 3 неразрушенных образца. Пишите в комментариях, что можно, как их будем испытывать. По вашим комментариям испытаем в следующем видео. Какой будет победитель, чтобы узнать. Печь в магазине вчера топилась 8 часов. Сейчас будем вытаскивать наши образцы. Так, это у нас 6-й образец мастика. Но тут выгорело, сейчас подпишем заново. Следующий 5-й. Оп, ага. 5-й образец отошел. Пятый у нас. Что было-то? А, это порошки. Четвертый. Тоже. Плетонит. Становится красным после нагрева. Но они все, в принципе. Третий образец тоже у нас. Третий. Второй. Вот этот. О, второй целый. Нет, нет, тоже. И первый. Эх, тоже сломался. Он был целый, да? Ну, я начал поднимать. Так, этот. Вот у нас один. Эх, победитель. Но тоже сам свой вес не выдержал. Короче, в топке ни один раствор не выдержал. Испытывать не придется. Все.
Вообще, для чего я этот эксперимент затеял провести? Долгое время работал с плитонитом желтым. И в одном из мангалов у меня самая верхняя стенка футеровки два раза разваливалась. Вот. Два раза я ее ремонтировал и решил сравнить, может, какая-то смесь будет лучше держать. Но вот результат такой получился. Ну, крепче всех оказалась мастика терракот. Хотелось бы еще, конечно, другие смеси испытать. То, что у нас было в наличии, испытали. Но вот ребята с Красноярска писали, что основит смесь. Интересно было бы посмотреть. Ну и вот эта дорогая немецкая Вольсховер Таунверке, да, вот на нее в основном на Западе печники работают. Как она себе поведет? Напишите в комментариях, кто с какой смесью работает, кто какую предпочитает. И, может быть, если вы проводили испытания, напишите, какая смесь лучше. Все. Если какие-то еще хотите провести испытания, пишите в комментариях. Если нам это позволит время, база, то мы это сделаем. Все, до свидания.